значит, они забрали 20 баксов и старые часы? Мистер Мэнсел, вы пытались им помешать? Нет. У тебя же был шанс, пап. Слышал, у тебя прошлой ночью были гости. Жаль, они ко мне не заглянули. Ну и чё ты их не вышвырнул? Я пытался свести ущерб к минимуму. В натуре, и чё, получилось? Как дела? Судя по лицу, не очень. Я долго себя сдерживал. Но зверь внутри меня рвется наружу. У тебя какие-то проблемы, старпёр? Вам конец, ублюдки. Тяжелый был день. Да уж вижу. 12 лет я работал на очень опасных людей. Быстро все в подвал. Что происходит? И не звони в полицию. Таких, как я, называли аудиторами. Если ты видел меня у своей двери, жить тебе оставалось недолго. Но я все бросил ради семьи. Стой! Стой! Возможно, я слегка перестарался. Когда ты исчез, за тобой остался неоплаченный долг. И твой кредитор теперь знает о твоем воскрешении. Они пришли за моей семьей. Они украли мой браслет с котиком. Только посмей, тварь! Быстро вернул браслет с котиком! Фигово выглядишь, пап. Видел бы ты остальных. Да кто ты вообще такой? Я? Я никто. Режиссер Илья Найшулер.